Уважаемые друзья и подписчики, сегодня я решила продолжить начатую рубрику. Мне очень понравилось, что вам понравилось, как я в эфире передаю вам привет. Ну, естественно, я упомянула немногих, их постепенно расскажу о всех моих добрых друзьях, подписчиках, которые как вы, как и моя семья, вы как моя уже как мои родственники. Я уже без вас никуда. Вы знаете все мои новости, мои действия, куда я пошла, куда пришла, что я делаю, что я покушала, как я отдыхаю, что мы с Сашкой вам говорим. И первая новость, о которой я хочу с вами поделиться, это о моей посылке. Вчера она пришла в Батуми, и сегодня моя мама ее получила. Если бы вы видели счастливые и радостные лица моих трех внуков. Мне так приятно и так классно, что я успела к началу учебного года. У нас в Грузии 14 сентября начинается учебный год. В Турции начался сегодня, и то дистанционно. И дай Бог, чтобы моя внучка Мариами почувствовала ту радость, именно не дистанционно начала, а в школе. Но действительно, как это ребенок, который идет в первый класс, сядет за компьютер и не воспримет никак это начальный учебный процесс обучения. Вот посылочка пришла, эти внуки ее распаковали, мне кричат в телефон: спасибо, бабула, спасибо. У них такой акцент на русском, но они вообще раньше не владели русским языком, а сейчас вот сейчас с моей мамой живут, и уже все научились разговаривать на русском языке. Ну, естественно, грузинский знают, и я думаю, что впредь будут и дальше изучать другие языки. Мы в основном Мариами и Деми отправили обновки, подарочки, а маленькая дочка сказала, что не нужно, потому что от старшей у нее очень много всего осталось хороших вещей. И ей так вот заколочки, еще что там, ну, колготки, и вот она вот такая довольная была, все у нее все забирают, схватит сумку, заберут, схватит ботосы, заберут, а это маме я сказала, там найди заколочки, там и колготки, она такая довольная, говорит: бабула, спасибо. Так вот, мои хорошие, вот такая вот у меня очень хорошая радость, я так обрадовалась, потому что постепенно то, что планирую, сбывается. Кому это не нравится, скажите, это мотивирует на действие других каких-то хороших дел. Так вот, мы сейчас продолжим то, что я хотела начать. Так, друзья мои, ну что, я, как и сказала, я хочу отметить и передать привет лично каждому из моих очень хороших подписчиков и друзей. И я возвращаюсь к следующему видео, которое называется «Где муж заловки?». Узлем ответит на ваши вопросы. И начиная сначала, постараюсь в этом видео передать привет. Вот Лия, я Ил. Канал такой есть. Большое спасибо вам, Лиечка. Извините, что я не отвечаю каждому, потому что мне очень сложно это все делать. У меня же еще и бизнес, кроме Ютуба. Я Ютубом занимаюсь вечером или только в то время, когда у меня только свободная минута. И кто задает вопросы, я стараюсь ответить коротко и ясно. А вот всем сейчас передам привет. Роза Галимзянова. Привет, Розочка. Спасибо вам большое за ваши теплые комментарии и уважение к моему каналу. Татьяна Бездур Жажа. Вот так вот называется канал. Извините, если я неправильно сказала. И вот она, вот знаете, вот пишет всегда такие комментарии огромные, такие теплые. Светланочка, так приятно смотреть на брата и сестру, они такие дружные, вообще вся семья замечательная, доброжелательные люди. Я очень рада за вас. Удачи и всем привет из Сицилии. Привет, Сицилии! Никак не могу из-за коронавируса переехать в Мерсин. Приезжайте, Татьяна, мы обязательно с вами встретимся. Галина Тибиева. Привет, привет, Галина. Всегда она в первых рядах. Ольга Асал. Привет, Олечка, спасибо вам большое. Лариса Васильевна, канал. Тоже очень добрые комментарии. Добрый день, люблю смотреть ваши видео. Узлем хорошенько, приятные люди. Обожаю вас, крепкого здоровья, удачи. И вам всего самого наилучшего. Юлдус Шахсанова. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Елена Карлова. Спасибо, Леночка. От вас тоже очень интересные комментарии. Рена Бабаева. Привет, мои хорошие. Светлана Индейразлим. Привет, привет, Рена. Александр Качанов.
написал мне, что Злем, вам повезло с заловкой. Мне очень повезло с заловками, но это более общительно. Та вторая более-менее, уже у нас очень хорошие отношения, просто так много не общаемся, они далеко живут. Спасибо вам большое, Александр Качануа. Алекс, большое спасибо вам. Вы участвуете очень много в моей жизни, в моих комментариях, обсуждаете какие-то вопросы. Вы, видно, очень разносторонний, интересный человек, начитанный, эрудированный. Очень много видели в этой жизни, видно, потому что можете поддержать любую тему. Спасибо вам большое. Ахамова. Извините, если неправильно выразилась, я уже тут со своим акцентом грузинским, турецким, русским. Чихаю, чихаю целый день. Вчера так поперчила черным перцем еду, и все. И это вызвало у меня чихание. Испугалась, забежала к Ашкему, у него там кондиционер был включен, дверь открыла. Он говорит, что случилось? Я говорю, я так чихнула, что я боюсь, что скорые соседи вызовут скорую. Вот такая вот у меня история. Так. Вера Ерохина, спасибо вам большое за ваши комментарии. Тоже очень хорошая пишет. Назрин Султанлы. Злема, большой привет. Я ее обожаю. И мы вас обожаем. Все передаю, Злемчика. Спасибо. Нина Цинцадзе, моя землячка. Санатуля 71. Еще раз вам большой привет. Гульмира Камбарова, спасибо вам большое. Жена офицера, благодарю вас за ваши лайки, за ваши просмотры и моей рекламы. Всех благодарю. Значит, Рузия Алибашарова, спасибо вам большое. Привет Казахстану. Наталья Якименко. Спасибо, Наталья, вам большое за ваши слова, за ваши теплые пожелания. Злем, такая прекрасная женщина, приветик и счастья огромного. Спасибо большое. Галина Тульская, спасибо вам большое. Роза Красная, ой, какой канал красивый, спасибо вам большое. Да, я очень часто дома не пользуюсь косметикой, но сейчас решила немножко привести себя в порядок, чтобы вам было приятно на меня смотреть, получать эстетическое удовольствие. Так, дальше пошли. Да, Наталья Макарова, извините, у меня с музыкой, я не знаю, перебои. Это, наверное, знаете почему? А кто-то позвонил в дверь. Ашкин, дверь открой, я видео записываю. Yeah. Как будто он что-то понял. Видео чекьюр. Значит, я извиняюсь, потому что, видно, сонная, засыпаю, видео, не знаю, в каком состоянии уже монтирую, так что все может быть, стараюсь над этим работать. Брасфус, такой вот именно канал, не могу выговорить, поднимается, говорит, от вас настроение. Спасибо. Кем гельды? Наталья. Айдат, там. Квитанцию принесли за Айдат, заплатила Ашкем. Антонина Цицилина, спасибо, Светик, за позитив. И вам спасибо за то, что вы со мной. Мария Долбаева, большой привет вам, ваши заловки. Приятная женщина, район какой красивый. Спасибо, Мария, вы и вам тоже. Роберто Кавали, очень красивое название канала. Привет, Светлана, огромное счастье тебе. Спасибо и вам тоже. Мила-милая Людмилочка, спасибо за ваши теплые, искренние сообщения и комментарии. Сообщения, я имею в виду, на WhatsApp. Каждое утро она мне пожелает, каждый вечер желает доброго дня и доброго вечера. Так, Эл-Нур Гасимов, очень хорошая заловка и сыночек. Привет из Баку. И вам привет из Мерсина. И спасибо огромное от Узлим. Наталья Балушкина, скоро жду ее. Мерсин, привет, моя Натусик. Димон, Эльсия Зинатулина, Зия Касанова. Спасибо вам огромное. Худею и стройнею. Юлия Колет. Юлечка, спасибо большое. И тебе тоже. И вам тоже. Ну, уже я перешла на ты. Что тут выкать? Фая Кончурина, заловка у тебя красивая, открытая, дай Бог и здоровья. Спасибо и вам таких же заловочек иметь. Виктория Ким, красивая, обаятельная заловка. Спасибо вам большое. Сабина Ализаде, спасибо вам большое. Да, муж испугался от моего чиха. Лариса Королькова, спасибо вам большое. Елена Семенова, поблагодарю вас большое. Карабах, историческая земля Азербайджана.
Узлем Абла из России, азербайджанский салям. Спасибо огромное вам тоже. Турция, Азербайджан, дружба. Спасибо огромное. Нина Николаевна, в каждом видео вы со мной. Вилаят Мусан, Мусаев. Спасибо вам большое. Милка Мики, Гала Гала, Оксана Яковлева, Фирюзе Иргашева, Самс Джи и Ки. Два, то есть. Спасибо большое. Наверное, Samsung будет так считаться. Нарина Афына. Спасибо вам большое. Нина Бунтина. Огромное спасибо, Ниночка, за теплые пожелания. Ламара Мартиросова. Спасибо большое, Ламара, вам. Мухаммед Аль-Мухаммед. Очень красивое название канала. Спасибо. Орхидея Сусана. Кстати, кто занимается цветочками, орхидеями, Сусана специалист. Она так рассказывает. Прямо ее заслушаешься. Спокойно. Как сказку рассказывает. Так она любит цветы свои. Можете заглянуть к ней на канал. Елена Шукурбаева. Спасибо еще раз, если я вас не упомянула. Ирина Гангал. Миксам 4Е. Здравствуй, Светлана, я ваш фанат. Вы мне очень нравитесь. Спасибо вам большое тоже. Мария Даубаева, спасибо большое. Гюзель Ракхим Улова из Оренбурга, спасибо вам. Майя Кончурина, наверное, повторяюсь. Елена Семенова, повторяюсь. Ну, еще раз отмечу. Привет вам передам. Привет, мои девочки, мальчики, привет, привет. Гала Гала. Привет, Гала. Оксана Яковлева, Фируза Иргашева. Я опять повторяюсь. Вера Забелина. Вы перейдите на ее канал. У нее там очень классные клипы, красивые видео есть. Музыкальный канал. Около 60 тысяч у нее абонентов. Ну все, друзья мои. В этом видео я буду заканчивать, потому что уже сколько наговорила, 11 минут. Буду сейчас готовить бамье. Вот правильно все почитаю, потом расскажу. Вот, друзья мои, я и готовлю бамью. По-другому она называется окра, альбеш, а также дамские пальчики. Полный рецепт вы можете посмотреть в моем плейлисте «Готовлю дома». И я использую также вот этот бульон замороженный вместо простой воды. Готовлю бамью с мясом. Будем дегустировать. Так выглядит бамья. А вот такие вот у меня вышли огурчики. Они уже засолились, малосольные. И даже понравилось ашкыму. Я решила добавить побольше сюда перчика, чтобы, может, тоже засолилось. И лаврушку добавила. Мама ей поговорила, она мне научила. Вот такой вот у нас сегодня скромный стол. Макароны вчерашние. Не делала салат сегодня. Сюзме йогурт анемчика. Я такой делаю, он любит с укропчиком. Чуть-чуть голубцы, а остальные голубцы я положила в морозилку. Ну вот и зеленушка. Будем кушать. Приятного нам аппетита, и покажу вам, какая на вкус бамья. Так, сейчас вместе с вами буду дегустировать бамья. Что это такое, первый раз кушаю. Ну, Боже, помоги, как говорится. Нужно загадать желание. Угу, загадала. Сейчас начинаем. Очень вкусно. Ашкин, чок бендим? Бендим. Чок бендим. Она такая какая-то мясистая. Очень вкусная. С чем ее сравнить? На фасоль она не похожа. Вот напоминает даже как будто мясо. Мне так напоминает. Очень вкусная, друзья мои. Я взяла, положила себе чуть-чуть. Сейчас пойду добавлю еще все. Ну что, приятного аппетита. Ашким гельсе дае. Как я 3 года не попробовала. Я говорю, как я много потеряла. Он говорит, я думал, что ты никогда не сможешь сделать. Я же все могу сделать. Не так ли? Ашким, бенхэль я пай. Бирме. Цена бенен бирме. Так что, друзья мои, смотрите мой плейлист, там будет рецепт скоро.